И снова здравствуйте. Вот наши уточки купаются. Голубая лаванда. У нас такой утренние водные процедуры. Вот бегунки. Бегунки везде сделают грязь. Ну, как и любая кряква превратит траву в грязные лужи. Утки у нас несутся, все по-разному, кто каждый день, кто не несется. Сидеть никто не хочет, все хотят отдыхать, купаться, кушать и ничего не делать, да? Сидит только одна дамочка в этой семье, в темной лавандовой семье. Сейчас покажу. Тихо, ко мне не пристаем все. Вот она сидит. Хорошая такая, вроде не ругается. Покажи, вон у нее яйцо. Вот. И она сидит. Скажи, вот пристала-то. В общем, сиделка у нас одна. Больше никто не хочет, да? Но ты еще малышка вроде, тебе еще рано сидеть. И вот тут у нас засела мамашка новая. Вчера буквально она за ночь сделала себе гнездо, да? Это уточка серебро. Скажи, я так караулила свое гнездо, хотела на него сесть. В общем, я ей дала солому, и она за ночь тут соорудила себе гнездо. Вот такая молодец. Она такая слегка дикая, но... И не очень большая, но у нее очень хорошие дети рождаются. Поэтому я ее оставила, да? Будем приручать дальше. Да, 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 ты хорошая, хорошая. Ладно, ладно, все, я ушла, ушла. Вот такая вот у нас вторая сиделка. Третья уже, бегуниха была в первой самой. И вот она сидит, наша бегуниха. Самая серьезная бегуниха из всех, которые у меня были. Да, мы тихонечко на тебя посмотрим. Вон она. Сидит, молодец. Ну и вот еще у меня организовалась пятая индоутиная семья. Две уточки, синяя и серебро, атипик. И вот такой изумрудный селезень. Он только-только начал топтать. В общем, только очнулся, да? Покажись, какой ты красивый. Он немножко тяжелее синего, поэтому пока мы его оставили. Хотим получить от него красоту. Держи, будешь? Или ты пугливый? Пугливый? Нате, ешьте, мужики. Не. В общем, от него мы ждем опять-таки синих и черных утят. Девчата, подходим. Идите, кушайте. Вот это вот синенькое и серебро уточки. Вот он к ним подошел. Но сидят они всего пару дней. Хотела посадить ему только серебристых уточек. У меня две. Петух, господи. Не люблю петухов. Но она села на яйцо. Я вам ее показывала. Поэтому дала ему этих молодых. Они... Да хватит уже орать. Они прошлого лета обе. И он тоже. Так что пусть дают нам красивых детей. Ну, покажись. Вот, видишь, какой ты красивый. Темперамент его мне еще не известен, пока ему двоих хватает, я думаю, да? Потом посмотрим. Здесь у них солнце пока, но скоро грецкий орех распустится. Я не могу с этого петуха. В общем, грецкий орех даст им хорошую тень, а так как селезень черный, ему нужна будет тень все лето. Вот. Он барашки побежали, барашки белые.
Петух, задрал ты. Все слышали уже тебя. В общем, вот такая вот пятая семейка. Разнообразие генетическое вносим активно.